За подножку отправился на 2 минуты 75 номер гостей. Соответственно, это у нас Шутов. Причем уже во второй раз Шутов оказывается на скамейке штрафников. А тем временем вы посмотрите, какая досада. А? Гости в меньшинстве за 1,4 секунды забрасывают шайбу в ворота Сапожникова. В равных составах тверичи не смогли забросить, а вот в меньшинстве забрасывают. Как же так, а? Вы посмотрите. Один хоккеист, по сути, дали бросить по воротам Трешанкову. И дали ему же шайбу в ворота добить. Ошибка игроков обороны «Динамо».